Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем игру Oceanhorn. Я в любом случае хочу пройти ее до самого завершения. И у нас появился новый риф. Это Жарбейский риф. Я думаю, что мы плывем туда. Первым делом. Плывем лучшими пловцами. Никто не сравнится с великим плавателем. Да, я уже умею плавать довольно хорошо. Видали? Такой потрясающий вечер был, фейерверк. Оп. Оу, я его задел. Привет, привет. Еще как видал. Я же сам участвовал. Я же сам сделал этот фейерверк. Ой, бомба взорвалась. Сердечко потерял. Ну, я думаю, что я на этом острове новом. Ух ты. Нифига себе. Найду. Круто. Найду новые сердечки. Вот он, этот остров, на котором я еще ни разу не бывал. Круто. Давайте посмотрим. Вау. Жарбейские рифы. Ух ты, туман вокруг. Мастер спорта. Проплыть 500 метров. Я сделал это. И еще два. Немногие осмеливаются показаться Жарбейские рифы. Люди до сих пор боятся встречаться с жарбейцев, No one has laid eyes on their underwater kingdom. Глубоко в обиде на людей излоблено за сорение океана. И хотя Жарбейские рифы являются вратами. Давай быстрее, елки-палки. Глубины моря никто не видел их королевство своими глазами. Давайте попробуем, изучим новую карту. Вау. Для нас это будет интересно. Так, и сразу же первая загадка. Как пробраться сюда? Я знаю, как пробраться. Нужно, вот, нужно использовать стрелу. Может быть, здесь я смогу найти? Эх, не попал. Может быть, здесь я смогу найти сапоги. Те самые, которые могут мне помочь перебраться. Так, первая загадка разгадана. Вперед. Так, буду с собой брать камень на всякий случай. Мало ли, кто попадется по пути. О, видал, как сразу. Я угадал. Сразу же были враги. И здесь довольно опасно. О, какой начался дождь. Вот и сердечко нашел. Офигеть. Вот это да, вот это дождик. Так, в каком направлении пойдем? Давайте вот сюда, вот там какой-то сундук есть. Может быть, где-то через мостик перейдем. Так, это мост. Я думаю, что бомбами лучше будет кидаться, на всякий случай. А то, если вот такие же вот монстры попадутся нам, это будет... Ух, как не видно ничего. Вау. Вообще ничего не видно стало. Монстры, вот такие вот пуляющие монстры попадутся, и мне хана. Или злобленный, а? Злобленный — это тоже не прикол встречаться с ними. Хм. А остров-то огромный получается. По крайней мере, я пока обойду его вокруг, попробую. Может быть, что-то с этой стороны острова нету дождика. Удивительно. Так, коробочка. Коробочку я знаю, как открывать. Вот так вот. Ну, там ничего не было. Так, а с этой стороны острова что-то новое и интересное у нас попадается. Просто невероятно. В какую бурю я попал. Мне удалось причалить к острову по размерам не больше схеры. Надеюсь, что ты получишь это письмо и пойдешь ко мне на помощь, Роб. Открыть новый остров. Шахт. Хера, интересно. Будем искать этого остров, но уже, я думаю, позже. Игра очень большая оказалась. Больше, чем я думал, больше, чем предполагал. Будем... Воу-воу-воу. Кидается, смотри. Кто-то где-то там кидается. Стреляет прямо в меня. Я попробую... Так, здесь мы, похоже, не пройти. Да, здесь высоковато. Надо как-то по другому направлению пробираться туда. Так, придется идти в обход. Как всегда. Герои всегда идут в обход. Мы не ищем легких путей.
Вот он, подъем. Так, а может быть с этой стороны острова еще посмотрим? Давайте пройдемся еще по этому, по этой части острова. Да, вот через мост, это вот откуда я пришел. И отправимся в эту часть острова, посмотрим и понаблюдаем, что здесь. А, все, конец. Похоже, конец острова. Хм, как быстро я дошел до самого окончания острова. Ладно, через вот этот мостик сейчас перейдем. И пойдем в этом направлении. Страшно будет. Воу, сзади опять пуляется. Вот так тебе. Давай возьмем еще один камень. Вот. А, тут закрыто, блин, тут сломано все. Значит, через этот мост мы никак не проберемся. Ну ладно, давайте искать другого обходного пути. Я думаю, что я найду. Так, похоже, вот этот сундук, который... Нет, я думал, он в секретной комнате находится. Ух ты, опять этот ливень. Он прямо просто тут кишит кишмя. Ой, сзади был враг, и я его не заметил первого раза. Так, первый сундук, который я здесь открою, будет вот этот сундук. Ну, ракушка. Отлично, ты нашел редкую ракушку. Она стоит 5 монет. Какая радость, 5 монет. Так, но из секретов я не нашел еще пока ни одного. Чем дальше, тем сложнее. Ну, проход, похоже, здесь только один. Хм, именно туда, куда я шел в начале. Интуиция меня опять же не подвела и не обманула. Но как дальше проходить по этому проходу? Так, вот сюда вот. На вершину. Ох ты. Эта дорога ведет к глубинной бухте. Глубокой бухте. Ух ты, давайте посмотрим. Что же это за глубокая бухта? И интересно, сколько тут монстров ждет нас впереди? Тоже довольно интересная ситуация. Для меня, по крайней мере. Не знаю, как вам кажется. А мне кажется, что-то ждет нас тут очень неприятно. Потому что смотрите, какой туман стоит офигительный. Просто офигительный туман. О! Еще один. Летающий гад. Так, может быть еще что-нибудь найдем? Нет, здесь больше нету прохода. Хорошо. Бомбочек лишь бы хватало всегда. Вон он, пуляет. Вот так вот его. Легко мы разбираемся. Если бы у меня не было таких способностей, если бы у меня не было бомб, которые вначале у меня не было, я бы думаю, что так легко бы до сюда не добрался. Тут бы было очень сложно. Почти невозможно. Опа, я забрался куда-то наверх. Вау, еще один проход. Ух ты, а вон там что такое? Там, похоже, вход в пещеру. Ну-ка, давайте сначала обойдем, посмотрим с этой стороны. Здесь все закрыто. А, кнопка. Ну-ка, давай-ка попробуем взорвать эту кнопку. Ой, этот... Нет. Может быть, все-таки вот тут вот как-то. Нет? Нет, не взрывается. Ну ладно. Тогда давайте пробираемся. Ага, тут все закрыто. Блин, а как же туда пробраться? Вот вопрос. На засыпку. По всей возможности, вероятности, нужно будет что-то взрывать. Так, здесь я не проберусь. Блин, у меня каких-то, наверное, способностей не хватает. До того, как я могу забраться туда наверх. Давайте еще одну бомбу тут оставим. Попробуем. Нет. Может, как-то вот отсюда можно спрыгнуть? Так, давайте попробуем расколошматить вот эту железную решеточку тоже. Довольно будет интересно. Не знаю, как вам, а мне игра нравится. И... Не то, что даже нравится, а... Нет, тут, похоже, не пробраться. Блин, как же пройти-то дальше? От решетки толку нету никакой. Сюда я войти тоже не могу. Хм, это, наверное, последний проход. То есть сначала нужно найти какое-то потайное действие. Блин, как сильно льется дождь. О, а там еще один остров. Офигительно. Ладно, давайте обойдем с этой стороны. Хм. Странно. Странно то, что ничего не понятно. Во, вот сюда будет залезть. Эх, я сюда залезть не могу. Так, 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 с этой стороны. По-моему, я здесь не проходил.
По-моему, проходил. Блин, я же здесь уже был. А как? Что нужно сделать? Может быть, как-то надо закинуть камень круглый? Вон туда, вон. Точно. Вариант, прикольный вариант. Я сейчас только что придумал. Давайте только искать этот круглый камень, чтобы его туда закинуть. Ох ты, блин. А, не успел. Чуть-чуть. Так, давай попробуем поднять и бросить ее туда, прям наверх. Хм, вариант, по-моему. Ух ты. Пуляет не в меня. Вот они. Вот как ее туда вот докинуть только? Вот в чем проблема-то главная, блин. Вот туда вон. Так, разбегаемся и вот кидаем. Есть! Я так и знал! Я так и знал! Я так и знал! Ура! Успех! Стоило подумать сначала. Заходим внутрь. Так, здесь внутри я вижу сундук. И какие-то положительные синие знакомые. Не знаю только, что это за знакомые. Может быть... Давай узнаем. Ух ты! Опять этот гад! Ну, гад, не гад, не знаю. Стой! Чего ради аркадец пришел в арбейскую обитель? Ох, это ты принес мед? Ты выглядишь ниже прежнего. Ну, знаешь, мне трудно отличить одного аркадийца от другого. Без меда я не дам тебе пройти. А сколько я тебе должен меда дать? Ёлки-палки, он меня не пропускает. Блин. Я должен собрать весь мед? Офигеть! Интересно, сколько ему нужно этого меда? И здесь я тоже не проберусь. Всё, у нас закрыт проход. Ладно, пошли. Поищем где-то, может быть, тут какие-нибудь еще интересные потайные места. Да, похоже, больше ничего нету. Хм. Сейчас дальше мы играем и, по-моему, у меня такое впечатление слаживается, что дальше я буду проходить только после выполнения некоторых миссий. В таком случае нам придется искать весь мед. Я думал, что это не мед, оказывается, это мед. Ну ладно. Пошли тогда искать тот самый остров, который нам только что пытались рассказать и предложить. Так, где я должен выходить-то? Ой, как ничего не видно. Прямо вообще. Так, обход. Воу, бабахнул опять меня, гад. Они каждый раз появляются. Но, может быть, хотя бы сердечко найду где-нибудь здесь еще одно. Или опять уйду, не солоно хлебавшись. Бомбочка, бомбочка. Ой, упал. Упал. Вот и сердечко, отлично. Ладно, возвращаемся назад. Будем искать новый остров, который нам предложили. Так, куда нам нужно идти тогда будет? Открытая история. Так, враг опять здесь. Бабахнул я его. Больше бомб, больше бомб. Мне вот интересно, а если я прыгну туда? Оп! Нет, не ныряет! Блин! Как же быть-то? Кто видел историю всю до конца? Так, здесь я бывал. Сюда я не пойду. Ладно, уходим. Опять покидаем наш остров, который еще нам встретится. Это не последний раз мы сюда прибыли. Так, какой же нам остров открыт сейчас? Отправляемся туда? Неизведанные моря. Так, какой же нам остров открыт? Вот он я где. Роковые рифы. Да, я там бывал. Мне там не понравилось. А, вот она. Шхера. Райский островок, говорит, да? Так, Шхера.
Давайте пойдем сначала туда. Вперед! Поднять паруса! Ту-т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 у. Воу! Влегко! Воу, там самолет летит, что ли? Я думал, там самолет летит, там летит птица. Какой же тут самолет? Во, классный остров. Маленький, он говорил, что этот остров маленький. Давайте проверим. Может быть, там кто-то живой есть? А, это не тот остров. Ошибся немножко, нет он? И здесь тоже тумана много. Интересно, сколько я должен собрать вот этого меда, или как он, вот эта штука? Ух ты, тут еще есть мост. Хм, интересно место. Смотри, там разбитая лодка лежит. Вау. Так, именно сейчас. Именно сейчас. Есть. Собрал. Единственный потайник, который не надо было... мне надо было собрать, наоборот. Потайник. Вон там внизу еще один сундук стоит. Я думаю, что это будет очень в тему. Так, а может быть тут какие-то враги будут? Так что лучше взять камушек с собой. Мне кажется, это будет вариант. Вау. Я пока прыгать не умею. Так что, думается мне... Да, когда я научусь прыгать, наверное, тогда я смогу забирать вот эти сундуки. А сейчас у меня большая проблема. Мне этот сундук... Я его туда еще... А, надо было перепрыгивать, наверное, с той стороны попробовать. Еще лучше мы сделаем проще. Вот так вот, как всегда. Так, мимо. Вот теперь-то мы исправились. Что в сундуке? Ты нашел пыльный кристалл путешественника и получил 25 единиц опыта. Хм, что мне это дает? Где-то придется искать еще сапоги. Те самые сапоги, которые будут помогать мне перепрыгивать через вот эти препятствия. Так, надо будет тогда ходить и искать эти самые сапоги. Так, удочка. Толку нету никакого. Мне сейчас не перепрыгнуть, у меня нет сапогов. Так, ну на этом тогда серию сегодня закончим. А потом, впоследствии, я буду искать. И найду, конечно же, все, что было нужно. Вот здесь... Мы расстанемся с вами. До следующих встреч. Всего доброго. Пока, ребята.